В связи с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил на своей странице Facebook глава палаты адвокатов Армении Араза Грабян, передает канал 13. Напомню, что соответствующее заявление представили 53 адвоката. Специальная следственная служба Армении отказалась возбуждать уголовное дело, в связи с чем адвокаты подали жалобу. Генеральная прокуратура Армении отменила решение специальной следственной службы и возбудила уголовное дело по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Армении «Подделка, сбыт и использование документов». Генеральная прокуратура подчеркнула, также следует отметить, что предположение о том, что Армен Саркисян отказался от гражданства Великобритании не в 2011 году, а позже, правомерно, написал Зограбян. Отметим, что в конце марта 53 адвоката представили сообщение о преступлении в связи с сокрытием факта наличия у президента Армении Армена Саркисяна двойного гражданства. В сообщении 53 адвокатов отмечалось, что в 2003-2012 годах у Армена Саркисяна по меньшей мере 10 лет было гражданство Великобритании, а президентом он был избран в 2018 году в обход армянского законодательства. Согласно Конституции, президентом может быть избрано лицо, которое до этого 6 лет являлось гражданином Армении.